Всем привет, с вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня ездила по магазинам. Натошка приехал с работы, поэтому сейчас поздно вечер уже. Вот, пока он покушал, мы заехали. Сегодня были в Светофоре, в Крошике и в Доброцен. В Доброцен я заехала, все это по лейтенанта Рябцева. Три магазина по одной улице, поэтому заехала в этот раз первый раз в Доброцен. Тот, который до этого ездила, уже закрыли. Вот, мне было интересно посмотреть, что там. Ну вот, и прикупилась. Старалась себя сдерживать, брать только то, что мне вот нужно было. Поэтому сейчас покажу, что купила. Сравните цены со своими. Это считаются как оптовые магазины. Вот, не обычный магазин, где там все разложено, а как оптовый. Ну, больше оптовый это Доброцен и Светофор. А уже Грошик такой вот, ну, средний, как вот Евроопт. Ну, я про свои магазины говорю, которые в Беларуси. Все, сейчас покажу, что я прикупила. Ну, вот такие у меня покупочки. Стол все заняла. Ну, и сейчас пойдем по чекам. Так, сбегала, еще принесла мороженое, потому что пока мы ездили, это был самый первый магазин, в котором мы купили мороженое. И немножко потаяло, поэтому я занесла морозильную камеру. Все доставать не стала, а именно сколько мы купили. Не сколько, а какие разновидности и почем. Так, мороженое называется так. Десерт взбитый. Это... Вот этот стаканчик белый нам нравится. 51 копеечку сейчас стоит. Пломбир с ароматом ванили. Это вот этот вот в шоколаде. 92 копейки. И десерт взбитый, замороженный вот этот на палочке. 64 копейки. В белом шоколаде, как я поняла. Хотя, ну, написано «белорусская коровка». Но мы с Антоном поняли, что это в белом шоколаде. Не знаю. Есть глазурь, нету. А может и нету глазури. Короче, на палочке, стаканчики и такое. Цену сказала. Так, круассаны. 3,60. Две упаковочки. Для нас они очень нравятся, вкусные и недорогие получаются. Кукуруза. Кукуруза тоже мне понравилась, поэтому взяла три банки. Рубль 84. Дальше мы с Антоном увидели вот такой вот станок бритвенный и с насадочками. Здесь получается сколько? 25 насадок плюс само крепление. Ну, знаете, кассета для станка дороже стоит, чем нежели вот этот весь набор. Этот набор 17 рублей 77 копеек. Ну, мы решили купить и посмотрим, как оно будет брить. Так, дальше. Чай Кертис 6,83. Ну, немножко чай подорожал. Дальше. Бульон куриный. Когда берешь две пачечки, третья бесплатно. Поэтому я взяла три пакетика по 58 копеек. Перец черный молотый, рубль 97. Дальше набор дорожный, мыльница и, ну, для зубной щетки чехольчик, рубль 73. Это если в больницу, ну или куда в дорогу понадобится. Все время у меня мыльницы нету, а жидкое мыло много места занимает. Поэтому, думаю, пускай будет. Столько людей в доме, пускай пригодится. Так, приправа для жарки мяса. Она у меня же заканчивается, мне очень она нравится. 3 рубля. Так, отбеливатель 2,07. Кондиционер для ткани, написано концентрат. Сколько тут литров? Вот тут не вижу. 3, наверное. Сейчас посмотрим. Да, 3 литра. Там разные были ароматы. Но если вот этот больше брали, но я открыла, запах посмотрела, вроде ничего. Так, 5 рублей 62 копейки вот этот кондиционер. Так, еще стаканчика взяла по 3,54 и ватные диски 2,81. Стаканчики взяла, пригодятся, если что, на следующий год будут. Так, это у нас был Светофор. Так, продолжаем. В этот Доброцен заехали. Прокладки женские, рубль 70. Дальше, соль пищевая. Думала крупную. Крупная была российская, 1,5 рубля. Была крупная, но я не покупала. Я где-то видела нашу, белорусскую, тоже крупную. Ну, она недорогая была. Поэтому потом, может, встречу. Пока у меня еще есть каменная. Поэтому не закупалась. Купила йодированную, чтобы каменную не использовать. Йодированная 59 копеек. Дальше замочек вот такой маленький. Это на ворота. Если куда поедем, там у нас две петельки есть. Как раз вот такой маленький замочек повесить будет нормально. 2 рубля.
Дальше вермишель. Так, вермишель быстрого приготовления по 59 копеек. Здесь 50 грамм. Салфетки бумажные по 51 копеечке. Дальше гречка. Вида гречки было много, аж 3 вида. Но я взяла такая, которая получается подешевле. 800 грамм, 2,94. Так, лапша острая. Это Антошка себе взял. Мало такая большая порция. Ну, он любит у меня острое все, поэтому для себя взял рубль 52. Здесь 120 грамм. Пшено 650 грамм, рубль 31. Макарончики у меня закончились, поэтому брала разные. Макароны, ветушка 900 грамм, рубль 36. Манка, так, манка тоже разная была. Ну, мы так подстрелили, килограммовая вот этой бумажной упаковочке, самая дешевая получалась. Килограмм, рубль 58. Так, щебекинские, если я правильно говорю. Вермишель. Это для этих, для молочного. Да и так, мама мистера Ролтона вермишельку вот эту отваривает, немножко мивины добавляет. Или этого кубика. И получается тоже очень вкусно. Это салат, кто с вермишелью любит, можете себе на заметочку взять. Так, макароны, вермишелька, 900 грамм, 3,35. И спагетти. У меня Даша любит спагетти. Поэтому взяла 900 грамм, 5 рублей 30 копеек. Наушники. Маша уже, когда я брала их, знаете, мне понравились, неплохие. И у Даши, и у Маши просто страх то, как бережно относится. Маша уже один испортила. Именно сам один наушник не работает. И уже с моих схватила. Мои были по 2 рубля с проводом. А это получается Bluetooth 6 рублей 44 копеечки. Ну, я решила еще взять. Потому что она с моими ходит. И неудобно ей. А так зарядила и свободные руки. Так, так, так. Что еще? Козинаки. Козинаки. Меня дети любят. 5,59. А, это масло. Козинаки. Рубль 32. Думаю, что-то очень дорого для козинак. Козинаки рубль 32. А масло подсолнечное 5,59. Не знаю, я так подумала, что вроде как дороговато. Но взяла 2 бутылки. Много не брала. Так, это Доброцен. Все, сейчас в грошек переходим. Так, Доброцен, рулетик. Вот такой я беру. Детям очень нравится. На тосты, на бутерброды. Получается, за этот кусочек 6,58. И второй такой же взяла 6,12. Получается, по 11,29 килограмм. Он куриный. Ну, недорого. Средняя такая цена. Ну, по крайней мере, здесь видно, что есть мясо. Вот, ну и вкусный он. Дальше сыр российский, брусковой 500 грамм, 7,99. 15 копейками килограмм выходил. Дальше какао. Я последний раз вам показывала, что готовила эту ковришку медовую, медово-шоколадную. И туда много какао надо, тогда он такой получается, как картошка, пирожное шоколадное. Вот Даша у меня ела и ела ее, говорит, мама, почаще готовь, она такая вкусная. То я думаю, закуплю какао, потому что у меня польское уже закончилось. На рынке оно дороговатое, но я вот в этот раз делала с вот этого нашего какао. Знаете, неплохо получилось, поэтому думаю, куплю. Вот был только в грошке какао. В остальных было кофейный, этот, не кофейный, а напиток из какао, он там с сахаром, а это просто какао. И недорого получается, 2,59. Кстати, там и перчатки резиновые видела. 15 вроде бы рублей, а я на рынке за 30 купила. Вот прям расстроилась. Так, сметанка Брест-Литовск, 15%, 380 грамм, 2 рубля 15 копеек. Мыло, сколько тут, 5 штучек, по 70 грамм, 4,99, вот это оливковое. Консервочки детские, ну, у меня, я же вам говорила, у меня Даша любит. Кто-то там говорит, интересно, ребенок в таком возрасте консервы любит, ну вот. С детства кто-то что-то любит. Я до сих пор, допустим, люблю детское питание, которое раньше было. Для детей разводилось, вот для грудничков. Прям сухим люблю есть. А вот меня Даша любит
такое. Кстати, забыла питание купить. Ну, вот сейчас вам говорю и вспомнила. Питание, имею в виду каши, тоже заканчиваются. У меня дети такое любят, что сделаешь. Консервы мясные по 100 грамм, рубль 99. Она прям была расстроилась, она везде искала. Я тут вижу, консервы есть, думаю, куплю. Даша два разных вида, она у меня с макарошками любит или на хлебушек намазывает. Так, морковка по-корейски 4,49, 850 грамм. Дальше корм для коти нашей купила. Вискас. Когда берешь 12 пакетиков, они получаются по 75 копеек. Дальше помидоры. Сливка по 3,99. Крупа рисовая. Бабушки на кухне 700 грамм. Я круглый беру, чтобы у меня он везде идет. И в плов, и в роллы, и так рис сварить. И в голубцы, ну, очень хороший круглый рис. Поэтому я разных видов взяла, но все равно круглый. Так, 700 грамм бабушки на кухне, 2,39. Так, дальше. И густо 800 грамм, 2,79. Там цена была за килограмм, почти одинаково выходит. Дальше, крабовые палочки, 200 грамм, 2 рубля 9 копеек. Ветчина вот такая, я для тостов. Тосты с этими, с ананасами. Вот забыла сок ананасовый. Антон напомнил, говорю, Антон, сок ананасовый. И забыла. Ну, реально расстроилась. Ладно. Потому что Антон будет на работу ехать, купит. Так, ветчина по 4,29 полкилограмма. Вот эти вот маленькие палочки. Чайный напиток. Татошка себе на работу взял. Такой вот с малинкой. 3,19. Масло сливочное, большая упаковка, 8,89. Овсяные хлопья. В каши, в котлеты добавляю. Эти наши, как в советское время, они недорогие, 83 копейки. И вот хлеб тостовый взяла по 2,09, 2 пакетика. Дальше упаковку муки. Мука по 2,69. И упаковку сахара. Сахар был по 2,47. Тоже брали, ну как бы он стоял, его много было, но при мне где-то 3 упаковки вот так взяли, еще там был красный. Цена, она сказала, одинаковая, не сильно отличается. Вот, ну я думаю, возьму одну упаковку, потому что все равно мне надо еще для пчел закупать. Ну и во время готовки, закаток, сахар тоже уходит, поэтому не помешает. Раз увидела, думаю, куплю, чтобы потом не жалеть. Все, вот так всего прикупилось, того сего. И вроде как и все нужное, но денежка, конечно, ушла. Еще купили комбикорм. Ну, здесь у нас где-то выходит, наверное, $100. Сейчас посчитаю. Да, вот за это все еще плюс мороженое получилось 270 рублей. Ну, еще и Антошка на 30 рублей заправился. 300 рублей. Вот за день ушло. Так что вот такие у нас цены, такие покупочки. Надеюсь, вам было что-то полезное. Кто рядышком живет, можете заехать прикупиться. Или сравнить со своими ценами, и может, если у вас выгоднее, то можете не ехать. А если выгодно, конечно, сейчас выбора нет, надо ездить там, где выгодно, и прикупаться. Потому что, ну, вот как мы едем, сразу закупаемся, так выгодно. Машину раз загнала, пробежалась, закупила, и все, и спокойно, что у тебя оно есть. Все, спасибо, что заходите, не забывайте. Здоровья, мирного неба, я сейчас все это разложу. Выложу вам видео, надеюсь, оно полезное. Всем пока!